очередной этап кремлевской аннексии. Как и ожидалось, после проведения псевдореферендумов на оккупированных российскими войсками территориях Украины, Путин объявил о присоединении их к России. За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. Показательную церемонию подписания документа о вхождении захваченных территорий Украины в состав России в Кремле провели 30 сентября. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. На кремлевский шабаш, конечно же, прибыли путинские марионетки, главари так называемых ДНР и ЛНР, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также херсонские и запорожские гауляйтеры Владимир Сальдо и Евгений Балинский. Документы торжественно подписали и даже за руки взялись. Но даже с такой уверенностью в общем будущем Путин решил оправдаться за аннексию украинских территорий и на удивление вспомнил о международном праве, которое Россия раньше не признавала. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве. Но говоря о статусе ООН, Путин не учел, что кроме права на самоопределение народов, там есть еще пару сотен законов, которые также нужно уважать. Путин очень гордился, и я думаю, что продолжает гордиться тем, что он юрист, и он легист, он всегда апеллирует к законам. Правда, всегда их вольно трактует, вульгарно трактует и избирательно использует. Апеллирует к ООН и к первой статье статута ООН, забывая о том, что там не только один принцип. Принцип права на самоопределение не является доминирующим, а является равнозначным принципу сохранения территориальной целостности, уважения границ. Оставшихся 30 минут Путин уже по сложившейся традиции говорил об исторической справедливости. После трагедии распада Советского Союза, последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну. Поставили народа просто перед фактом. И обиде на несчастный и загнивающий Запад. Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему все сойдет с рук. Твердое обещание не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом. В общем, ничего нового не сказал, хотя глава Чечни Рамзан Кадыров от слов Владимира Владимировича даже прослезился. Но не все смогли дослушать президента до конца. На 20-й минуте путинской речи подустал главный кремлевский алкоголик Дмитрий Медведев. Пресная, гадкая, черно-белая, без чего-либо нового, вообще ничего. Это просто перефраз всех предыдущих речей Путина. При этом абсолютно мерзкая моральная речь, завязанная на комплексах и обидах. Не знаю, мне кажется, что ключевой вывод из всей этой речи в том, что а. Путину надо не территории принимать, а таблетки, б. Спичрайтерам не надо платить за количество слов. Все то же самое можно было уместить и в 5 минут, а не в 30. После официальной части в стенах Кремля на Красной площади собрали массовку для концерт-митинга. Вернуть, как говорят в России, в родную гавань оккупированные украинские территории в Кремле очень спешили. Да так, что проигнорировали тот факт, что на сегодняшний день Россия не контролирует полностью ни одну из 4 областей Украины, которые пытается аннексировать.
Путин невероятно любит вот эти все плебисциты. Вот его любимые игрушки. И Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента РФ, он чувствовал, что шефу это нравится, и он игрался. Они хотели сделать все эти плебисциты, как это было в Крыму. Красиво, с флажками, толпы людей. Они к этому шли. Виной тому успешное украинское контрнаступление. Ведь в Кремле понимают, подождали бы еще, не было бы кого присоединять вообще. Вот он хотел идеальный референдум, идеальную картинку. Но когда украинские войска начали обрушать крымские, херсонские мосты, херсонские переправы, уже были первые звоночки, когда обманули россиян, была классная, потрясающая операция по дезинформации. Даже президент Зеленский в ней принимал участие, когда он сказал, что «отдаю приказ освободить Херсон». Ну, россияне купились на это, они схавали это, затянули в Херсон кучу своих войск. В это время наши обманно, хитро, просто подступно пошли в наступление в Харьковском направлении, захватили огромное количество техники, вернули огромное количество территорий, и это все заставило там, Путина, Кремль шевелить, извините, батонами очень быстро, принимать решения быстро. Да и подарок на юбилей тоже хочется получить. У Путина, как-никак, 70 лет на носу. Пока Путин был молодой, ему был важен успех. А сейчас Путину уже важно успеть. И он пытается успеть, пытается обогнать время, обмануть его и заявить о том, что еще не состоялось. Вообще, все это присоединение и заявление, речь Путина, это такие себе победные визги на фоне пораженческого стенания из тонов, которые раздаются из котлов, которые сейчас оказываются российские войска. Но праздник кремлевского мракобесия все же затмевает путинская мобилизация. 200 тысяч сбежавших россиян новыми территориями не вернешь. Ему надо бы сейчас заявить о победе, которую еще можно в каком-то виде продать обществу и, соответственно, поднять таким образом хотя бы на какие-то доли процент один или проценты тот боевой дух и ту мотивацию, которая сейчас в российском обществе должна смотивировать, как минимум воспринять те, не в штыки, мобилизацию, как минимум успокоить тех, кого возможно успокоить. Вчерашний праздник – это еще только начало процедуры аннексии. По российскому законодательству теперь подписанные договоры между Путиным и его же марионетками в четырех областях Украины должны передать на экспертизу Конституционного суда Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о вхождении оккупированных территорий Украины в состав России также соберется Совет Федерации и Госдума России 4 и 3 октября соответственно. А после этого документы еще раз заверит президент России. Запустил процедуру, подписанный Путиным 29 сентября указ о признании независимости оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю признать суверенитет и независимость Херсонской области. Аналогичный документ Путин подписал и в отношении так называемых ЛДНР еще 21 февраля, за три дня до вторжения в Украину. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Луганской Народной Республики. В Киеве, пока бункерный дед вещал для своих плебеев, проводилось заседание СНБО, где приняли важное решение. Украина подает заявку на вступление в НАТО. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Союза. Они реальны для Украины. Реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический Союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества в ускоренном порядке. Но пока в Кремле продолжается мракобесие, цивилизованные страны осуждают российскую аннексию украинских территорий и анонсируют новые санкции.